Дорогие коллеги, партнеры, друзья, уважаемые краматорчане, уже совсем скоро очередной год нашей жизни станет годом прошлого. Он стремительно уходит в историю, оставляя нам яркие воспоминания о наиболее важных событиях. Кризисные явления в мировой экономике, вызвавшие нестабильность практически во всех сферах жизни, заставили нас в уходящем году много и тяжело трудиться. Вопреки всему, общими усилиями мы сделали многое для того, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Для «Энергомашспецстали» 2011 год заметно отличался от предыдущих лет. Вхождение МСС в структуру мощной по международным меркам российской госкорпорации «Росатом» открыло новые перспективы для развития производственных мощностей завода и повлекло за собой позитивные изменения во всех направлениях работы предприятия. Преимущества этого стратегического шага очевидны. Это и востребованность имеющихся возможностей, и дополнительный рынок сбыта, и новые деловые связи во всем мире, и основательная поддержка серьезной материнской компании. В сложных условиях кризисной экономики нам удалось не просто сохранить тенденцию экономического роста, но и вновь открыть забытый для предприятия рынок атомного машиностроения. Благодаря слаженной и эффективной работе коллектива «Энергомашспецстали» предприятие основательно заняло лидирующие позиции на рынке литья и упаковок для энергетического машиностроения, а также на рынке особо тяжелых прокатных волков весом более 100 тонн. Благодаря тому, что было сделано в течение 2011 года, к началу 2012 года мы имеем долгосрочный план продаж высокодоходной продукции. Однако не все задуманное сделано, а значит, есть еще к чему стремиться. Если говорить о промышленном потенциале Краматорска в целом, то на сегодняшний день есть абсолютно четкие планы, результатом реализации которых станет появление и развитие в нашем городе новых, высокотехнологичных перспективных производств. К примеру, на КЗТС создано и уже начало работать предприятие по сборке ветрогенераторов. Его официальное открытие состоится в январе 2012 года. Новые возможности для города откроет и пуск производства башен для ветрогенераторов. Будет организована академия по подготовке персонала. Я уверен, что в ближайшее время Краматорск станет плацдармом для развития ветроэнергетики в Украине. Стабильно работает градообразующее предприятие города Краматорска «Новокраматорский машиностроительный завод». Наращивает объемы производства «Старокраматорский завод». В конце следующего года начнет работать Краматорский ферросплавный завод. Новые и развивающиеся производства дадут Краматорску тысячи рабочих мест. Эти масштабные планы дают все основания ожидать, что наступающий год станет для нашего города годом экономического роста и социального развития. Пусть 2012 год будет созидательным. Пусть он радует нас хорошими новостями, балует приятными сюрпризами и дарит ощущение полноты жизни. С Новым годом и Рождеством Христовым!